сука, блядь. Ключи дай, куда поедем? Сука, ублюдок ебаный. Опять своих идиотов смотришь? Хоть бы девочку нашел. Хорошо, хорошо. Че, может, смотрим, блядь? Подожди, блядь, ты не смотришь, что ли? Нет. Мы смотрим уже, ты че, блядь, зайди на демку нахуй. А он не смотрит. Давай заново включим. Это Ченский. Да похуй, врубай заново. Заново, заново, давай. Ты что, Ченский, по-твоему, ты сука, блядь. Опять своих идиотов смотришь? Хоть бы девочку нашел. Что с качеством, нахуй? Это про тебя, Слав. Слав, тебя убрали жестко, нахуй. О. Хотела бы совместный стрим с Бустером. А это кто? Я из стримеров знаю, ну, Егора Крида. С ним можно хотела. Мне нужен эффект бабочки, чтобы у всех моих было по точке. С детства пуш, то, что мне нужно. В детстве чувствовал себя ненужным. Но она накнула прямо сердце, бой. Рано заживаю довольно долго. Я без армора и белый. Собрались, блядь! У меня стать плагин не любить. Но голос из Дискорд, а голос из Дискорд. Я не могу забыть. Нихуя себе, блядь. Плагин не любить. Но ты меня забыл. Но тяжело забыть. Стать плагин не любить. Ходил им слушает это на вписке. Потом интервьюшку в писке. Реклама KFC, крыльев или же твистов. Если в КС, то только с твистом. Мне прописанный сценарий, где я любимый парень. Ебать! Я не понимаю, что меня давно сбивает. Ебать, он запарился. Вообще охуенно. Сразу умираю, ты же знаешь, мои раны всегда быстро заживают. Красиво, 3-4 по 6 раз в день. Бит, это яма. Бит, 3-4. Бит, это бит. Бля, балдёж, я ебу. Ебать, это охуенный клип, это раз. Да. Бля, неуместный комментарий будет, но парень очень красивый. Согласен. О, Марк, спасибо большое. Нет, деньги. Ну, пиздец, ебать, красивый, там еще ссылка на Вадю, видели в донате? Да, полоска. Бля, ну да, это. Нет, красиво, вот девяточку я поставлю. Это пиздец, разъеб, я 10 ставлю. 10. Нихуя, это прям сильно очень работа так-то. Это как 10, будто, знаешь, 10, как 10. Будто реально клип какой-то, да? Ну да, это прям серьезная работа. Я один комфортик какой-то от клипа получил. Прям да. Комфортно, ну, как-то. Приятно. Друзья, вашему вниманию представляю КСГФ. Здесь есть уйма режимов, куча бонусов, реферальная система, ламповый чат. Но если ты введешь промокод с экрана, то деньги уже начнут сыпаться на тебя рекой. Заходи, КСГФ тебя уже ждет. Ты все оценки записал, Тео? Давай. Поехали, блядь. Что переходит, ёбан? Опа. Ой-ой-ой, Санечка. Я зарядил ту, которая на виду, которая на слуху выпускает в темноту. Ту-ту-ту-ту-ту. Я взял полосу, натянул на лбу всему чату ку. Я передаю ту-ту-ту-ту. Big boss. I know you big boss. Залетит бустер на бит, меня запустят на мир. Я забрал роялти мани, куплю я ролик с имами. Мадам не дастся злой, да я пацан простой, ой. Как-то рядом с тобой, ой, стал я босс плохой, ой. Тебе не нужны украшения, ведь на тебе мой ошейник. Я думал ты одна, но нашел тысячу на шейне. Давай сыграем в игру, убегаешь, я не бегу. Просто стою на меду, Савика в зуме вижу судьбу. Ту, которая на виду, которая на слуху, выпускает в темноту. Ту-ту-ту-ту-ту. Я взял полосу, натянул на лбу всему чату ку. Я передаю ту. Блять, Чубама 4 не напоминает? Да, что-то есть такое. А он напоминает. А 4, блядь. Есть такое. Восьмерочку поставлю. Блять, вот... Я не знаю, еще будто А4 слушал. Ну, знаешь, вот вроде пиздато, типа, он как бы запарился, там и клип есть, и трек, нахуй. Но что-то вот, знаешь, типа, не было, вот как, не знаю. Не зацепило. Да, что-то не зацепило. Изюминки не было. Да. Не зацепило. 6. Кружка пива, литр 7. Пива, кяга пива. Нет, охуенная 7. Работа, я восьмерочку поставлю. О, жирный слон, фит. Нормально. Турбо-барбарис? Это я! Включай! Слабый, Макс, сколько?
сказал же. Я 8 ставлю, брат. Слав, стартуй. Восьмерочку. Запускай, родной, извини. Бля, родной, запускай, бля, родной, ради бога, извини, что, бля, реально затянул ту хуйню, ебать, сейчас запущу, бля. Родной, все, запускай, родной, извини, пожалуйста, сюда. Давай, давай, ебать, там не дави, нахуй. Давай, все, запускай. Давай, давай. Ого. Нихуя, бля. Это оригинал. О, блядь. Let's go, я не был за 8 дней подряд, я будто ты будильник увидел твои дни. Я холодильник, я будто попугая, повторяю в кудах. Прохожачин, как он как будто вылезет сейчас. Правильно, не хуй, то я барабан. Зив рыбу полусыру, кажу тебя и блан. А чуть-чуть рил бустера, вот это я кабан. Сказал, 3 запятки получил я бан. Вышел на улицу, там, блядь, тихо. Одежда, дневник, я американ, психо. Полковник Бусиренко, знает молодежь. Его второе имя есть. Балдёж, слышишь? Ты хуяришь, бомби, денег нет, you take a credit. Пока ты какал попа, я хуярил, крипл эдит. Играет в флэш-рояль, хуёво, будто бустеринка. Хуяли, хуёво играет, нормально ебаш. Закинул свои зубы в стиральную машину. Взял, блядь, шину и съел, блядь, шину. Ты долбоёб, говорю я сыну. Я долбоёб, отвечает мне сын, бля. Как американский психопат, I want to fit in. Я вхожу в двери, говорят мне, блядь, come in. Погулял с Диларой, зашёл к Славе на стрим. Плюс разъебать, это, сука, был экстрим. Я жираю конкурентов, словно уже на сон. У меня в жопе находится матузский, блядь, батон. Я курю хуй Славы, как газовый баллон. У меня в жопе огромный шин, I'm sorry, пардон. Если хочешь на меня насрать, тебе не резон. Залетел к тебе на хату, убил я глистом. Сел какашку бустера, теперь я крутой. У меня уже престол, называй меня блатной. Я ебал Копатыча его же мотыгой. Соблазнил душу отъебанным корытом. Я люблю какать, только вниз ногами. Меня соблазняют твои вонючие сандали. Жопа секс-какашки, кружка подоконник. Я ебал четверг, а сегодня, сука, вторник. Клетка обезьяна, собака-холодильник. Цанул себе в печень, твой же, блядь, будильник. Я жру помидоры, залезаю в холодильник. Меня убило током, как будто морозильник. Залетаю в бравл и вижу дизайн. Наверное, у бустера офнули нет. Парт славы. Йоу, там залетаешь, я люблю сосать, я люблю сосать, да, и ему попочку ебать, да, дайте мне, я, пожалуйста, себя поставлю. Обосрай, а. Нихуя, Диман. Не, прикольно, но типа странно как-то, не знаю. Я пятерочку. Семерочку поставлю. Я шестерочку. Бля, ну, блядь, шестерочку. Турбо, да. Барбарис. Я пятерочку. Я шестерочку въебаю. Бля. Давай. Звук. Мне звук не понравился. Ну, типа, реально, что-то есть, но звук пиздец хуйня. Микрофон говняный. А, ты имеешь в виду то, что микрофон хуёвый? Да, ну, да, да, видишь, что будет. Дай поставить, схожу, пожалуйста, короче. Давай, конечно, брат. Давай. Сколько баллов? А Марк Биг Мак ставит, что пишет чате. Ну, я 5 ставлю, 5. Марк, кстати, сейчас разъёб будет. Реально? Я сейчас уже... прям сильная работа будет? Там пиздос вообще полный. Ебашим? Давай. Работаем. Да, погнали. Захожу на Твичи, вижу полный кринж. Захожу на Твичи, вижу полный кринж. Всем здорово. Я не нахуй твою суку. Ебать, басуха нахуй. Захожу на Твичи, вижу полный кринж. Сидим быстро в очках, поднимаясь с казино. Стопы ебан, да в чате моей маме бан. Российский амаран. В клипе участвовали. Оператор, колонка. Бля, респект, колонка Максима. Респект Максиму, нахуй, то, что он реально колонкой поработал, блядь. Битмейкер Олег. Семерочку поставлю. А там будет сведение? Слушайте трек и смотрите клип по КД. Кто, семерочку, Диман? Нормально, ну десятка, 100%. Ага. Уверенная десятка вообще, без, ну такая бескомпромиссная. Но тут, скорее всего, и ты и будешь записывать с ним парт. Ну, а, как будто да, но надо досмотреть работы, брат. Ну, как будто уже очевидно, кто вообще. Давайте, оценочку. По-моему, нихуя не очевидно. Нет, как будто уже понятно, просто ясно, как денег, кто выиграет. Ну, а, реально, за старание, ну, да. Четверка уверенная. А, пятерка. Алло. Все, давайте. Тогда запускай. Погнали. Слышно, брат. Я запускаю? Да. Гоу. Запускай. И надо как можно чаще понимать, что... Нихуя себе.
чтобы делать большие дела, чтобы вместо дня, который ты можешь провести с пользой, не оставаться лежать на диване и так далее. Вот и все, мужики. Мапки? Мапки, реально. Один в один. Нажми на старт, мэн, эй, выиграл на фите. Мой флоу летит быстрее ветра, он на высоте. Банда на бат, слышь, висит на голове. Большие боссы застряли у меня в голове. Нажми на старт, мэн, эй, выиграл man, на фите. Мой флоу летит быстрее ветра, он на высоте. Банда на бат, слышь, висит на голове. Большие боссы застряли у меня в голове. 26 и 18, мы чем-то похожи. Ты задавал трем все 3 года, я свой к молодежи. А может больше и не надо, фит о нем попозже. Когда я стану поизвестен, буду стануть немножко. Стэк, на стэк, на стэк. Мне не надо больше. Свэк, на свэк, на свэк. Бля, я задержусь подольше. Нажми на старт, мэн, эй, выиграл на фите. Мой флоу летит быстрее ветра, он на высоте. Бандана бат, слышь, висит на голове. Не вопи руки, замерзли красные, да? Застряли у меня. Нажми на старт, мэн, эй, выиграл на фите. Мой флоу летит быстрее ветра, он на высоте. Бандана бат, слышь, висит на голове. Большие боссы застряли у меня в голове. Прикольно, что еще где-то намутил женский, ну, как вокал. Ну как ты душевненько, кстати, да? Не, прикольно сделал. Да, 8 поставлю. Душевненько. Нажми на старт, эй, мэн. Давай, Диман, ебей. За бэк-вокал просто десятку можно добивать. Диман, сделай тоже свои бэки. Вот, нажми на старт. А у меня горло сейчас болит, брат. Так делай, сделай просто. Не, у меня болит. Все понял, брат. Прям больно будет. Все понял, просто. Не будем тебя тревожить тогда. Бля, ну мне понравилось в целом. Алекс, хуйня душная старая, я говорю, охуенно звучит, 8 душевно, душная хуйня, блять. Ты, может быть, душная хуйня. Ладно, извини. 8 тоже даю. Ну я... Необычно. Я 10 поставлю. Нет, душевненько. Макс. Мне понравилось. Нажми на старт, эй, мэн. Ты на высоте. Эй, я 10 такую плотненькую вкидываю. 7! Меня плохо слышно? Нет, тебя да, нет, тебе нормально слышно, бро. Ты просто вообще хуй забили на то, что ты говоришь. Нормально слышно. Ликс, уходи. За что? Не слушай, Димусь, уходи. Дим, оставайся, блядь. Ликс, уходи. Дим, ты лучший, блядь. Уходи. Знаешь, как Деда Мороза зовут, а Дима наоборот нахуй посылает. Да. Запускай, пацан? Делай следующую. Давай, конечно. Никому не советую никогда в жизни не употреблять наркотики. Никогда в жизни. Плачу. Для видеоклипов. Нахуй. Забейте. Люди, думайте головой. Хотите жить, живите. Не хотите, смотрите клип Lil Peep. Меня уже не лечит. Кончилась мана, вместе с ней теряю детство. Сорвал большой банк, виртуальным стал мой плейсмент. Я зайду по Бурмалдите, пройду все тесты. Это my dream, my life. Это my dream, my life. Это my dream, my life. Это my dream, yeah. Это money dream, цитата. Тормозить больше не надо, стил научил. Ты не думай, просто хавай эти хавай пилс. Хавай их в формате ирлы, веселись. Хапнул их в квартире в Аде, 2 таблетки, сука. На мне висят эти дамы и большие суммы. Я стригу бабло, но уже немного пьяный. Люби, люби, делай приятно маме. Приятно маме. Люби, люби, делай приятно маме. Это money, money, trends, и цвета акрил. Тормозить больше не надо, стил научил. Ты не думай, просто хавай эти хавай пилс. Хавай их в формате ирлы, веселись. Хапнул их в квартире в Аде, 2 таблетки, сука. На мне висят эти дамы и большие суммы. Я стригу бабло, но уже немного пьяный. Люби, люби, делай приятно маме. Бля, ну прикольно вообще было. Прикольно звучит. Прикольно. Прикольно.
Прикольно, блин. Семерочка тоже. Прикольчик нахрен. Приколемпа, блин. Приколясик. Семерочка. Ребят, тоже, это что на этот... Ой, это Крит? Да, он тоже залетел. Он тоже залетел на конкурс. Это про меня. Найс. Это про меня, пацаны. Сейчас оценим. Там он тоже, да, был, я так понял. Да, да, да. На запястье Rolex. Ага. Окей. На моей постели твои волосы. Я уж слушал ее просто, пацаны. Ебать, не разъебал. Надо фит делать на этом, мне кажется. Знаешь, я не справлюсь с этим полюсом. Это он поет. На моей постели твои волосы. Ебать, у типа голос похож на Крида. Да, да, да. Ты что включил? В смысле, это на конкурс, брат, он отправил. Ну ладно, блядь, если не понравилось. Ну если не понравилась работа, хорошо, скипну нахуй. Я не знаю, что ты так сразу агрессивно, окей? Ради тебя скипну. А ты тут при чем, блядь, вообще? В смысле, бро, он говорит, на моей постели его волосы, блядь. О, муха. Я сходил, проверил, там причем реально волосы, блядь, и я такой, ну ладно. Блядь, я сижу полностью тупым еблом, жду, когда тип что-то начнет делать. Так, гукамоли, ликс. 6. Так, гукамоли, ликс и Макс, пошли нахуй отсюда. На запястье Адамары, а в дискорде уебаны. Слава Богу. Мне понравилась работа. Я ставлю девяточку, уверенно. Нет, блять, комар нахуй. Сори. Поехали. Стартуй, бро, стартуй. Все, запускай. Дмитрий. Я 7 поставил. Где звук? Yeah, а, подожди, прибавляет, вон крутит. Твит, я уже в Дубае, 250 тысяч моей задницы, она тоже со мной. Ее зовут девушка-пылесос, вумен, не пылесос. Я пылесосю твою жопу, окажется твой бывший. Мы читаем треки про бустера, а кто это в зале? Нет, это не он. Бро, это слишком жестко, бро. Да. Да. Можно префом оценку дать? Убирать, бля, пылесосить нахуй на нам, а похуй, бля, мы сейчас пылесосим. Мы делаем, что хотим, чтоб не пылесосить, бля. Если не пропылесосил, бля, паркет, нахуй, ковер, нахуй, иди нахуй. Мы сейчас, бля, записываем клип, потому что мы пылесосы, да. Нахуй. Я украл в столовке, блядь, пирожок, теперь он моей заднице. Сука, знаешь, что такое 10 рублей, потому что она на моей заднице. Это, сука, так жестко, потому что я ее не слышу. Слава богу, что мы ее не слышим, потому что там только ебаный пылесос. Мы взяли студию, мы взяли тачки, мы взяли деньги, мы взяли бачки, мы взяли папи, мы взяли пачки, бля, пылесос, нахуй, я ничего не слышу, нахуй. Сейчас буду быть на беде, сейчас буду попадать в топах, сука, кто-то делает круто, кто-то делает слишком круто, потому что это мы победим, мы займем топ-1, потому что мы короли, бро. Все, нам нужно пылесосить, мама нас ждет, бля, коснем, мы пропылесосим. Спасибо за внимание. А как они сделали одеяло с анимацией? Там вообще-то гринскрин. Ноль. Ты охуел, бро? Ты что, Диман, охуел? Ты Диман, черт, ты тоже нахуй хуйню неси, я Диман, ставлю. Ты знаешь вообще? Ладно, ладно, я шучу. Дети, да? Диман не понимает про пылесос, это, сука, один, мем, блядь. Один. Он по-любому, да, не видел, да, Диман вообще, я, да, Диман, знаю. Я не уверен, что Диман знаешь? Понимает, что такое, да. Мем вообще, блядь. Он это называет мем, Диман, мем, блядь, про пылесос, не понимаешь? Это... Мем, мем, мем! Ладно, все, хорошо, ставлю один. Ставлю 7. Ставлю 10. Тёма, скилл чё-то кроме 7 ставил? Ну, я ставлю, 8, типа, 5, нормально 6, прям. 10. Как чувствую. Угу. Это Брайан. Макс и Марк. Поставить, чтобы не расстраивался, или честно? Честно, конечно. Тогда 10 ставь. Тогда 9 ставлю. Подожди, а чтобы не расстраивался, это сколько, 10? 10. Да, 10. Запускай, пацаны. Диман единицу въебал, 5. Да я же шучу, они же угорели, я угорнул, ну господи, ну... Нормально, блядь, ты угорнул, нахуй, чел из тебя, блядь, нет, не прошли Диман, финал. Нет, Диман, они на серьезе записали, вообще-то. В смысле на серьезе? Тогда 5. В прямом. Они другое дело. Хотят. Тогда 5. Тогда 5, другое дело, все правильно. Молодец. Че, я запускаю, пацаны? Диман, ты часто угораешь с мемов? Мемов? ТГ? Ну, нет, просто, ну, без ТГ. Просто, когда ты мем видишь, тебя жестко разрывает прям. Ну, нормально бывает, хорошие мемчики. Ладно, тогда запускаю. Давай. Поехали. Опа. Куэртов? Куэртов, да.
вопросам, парень в нашем коллективе. Закрой бал, пока его не разбили. Пожалуйста. Слышал, ты пиздишь напрасно. Мы на стриме спорил раз, да желтый зуб не нужно паста. Бля, ты выглядишь как баска. В скелете вид мы дует сам-сам. Спросишь, что я сделал сам-сам. Творя понючая сам-сам. Все, что слышу, только сказка. Девочки пищат, когда видят мой чат. Мой чат. Только задан на базару, только за донат. Девочки пищат, когда видят мой чат. Только задан на базару, только за донат. Под вопросом, парень в нашем коллективе. Под вопросом. Закрой бал, пока его не разбили. Давно убитым, что закрывал все рай. Все рай. Дорог нету снега и не предлагай. Но-но-но. Красивый мальчик, так сказала твоя зай. Джиуала, бустер, муря, ля-ля, ай-яй-яй. Давно убитым, что закрывал все рай. Все рай. Дорог нету снега и не предлагай. Но-но-но. Красивый мальчик, так сказала твоя зай. Джиуала, бустер, муря, ля-ля, ай-яй-яй. Пу-пу-пу. Ну. Хуй знает. Я бы шестерочку, наверное, поставил. Что-то, ну, странное. Ну, Квертов разъебал, по факту. Локации прикольные, картинка прикольная, по тексту прикольно, но как будто, блядь, какой-то искры, короче, нет. 8. 7. Я восьмерку ставлю. 6. Мой next. Ебать, чел обидно написал в комментариях в этом чате, блядь. Хуйня тваринная. Творишь, что тваринная, блядь. Блядь, за что? За что, нахуй? Там уже не работает, кофе. Он постарался, сделал, блядь. Нет. Все, погнали, запускаю. Вы все поставили, пацаны? С кем Диман только что говорил, у меня вопрос. Я не понимаю, у него уже проблема реально начинается. Да, Юля, понимаешь, что никого нет? Никого нет в комнате, долбоеб. Да в смысле никого нет, Юля, подожди. На стриме он в стену смотрит и говорит просто. Я запускаю. Это будет жестко. Блин, ты нет, ты сука, еще раз, давай. Сейчас этим будем ебаться еще. Я в тайце, банка повышаю спирт. Так как побеждаю, типа Джей-Зи. Стрима, ну как будто поднимаю скилл. Я не свой свечу, жутко покупаю на лайте. Я буду бабочка закончен, ведь я верю в эти суммы. Активизация, смотри, сейчас мне костюм большой. Сказать, я примагазный, тупо безгрешу для себя. Все звенит это шума. Я получаю бабки, чтобы заполнить тупляж. С карты, скажу, с карты, скажу. Я получаю бабки, чтобы потратить на трэш. Да моя паста, бог не дорастает, делая пуста. В руках щаби по нафилах Димаса. Та пуста нас ждет буста. Хоть достань ли муз до ста. Холостан, как с холста. За бар достал, мы снят хоста. Я получили, мнение? Что как-то мега дохуя эффектов. Мало. Чё-то как-то это. Как будто дохуя эффектов, не? Ну а по треку, картинка в кубиках вся, блядь. По треке, мне понравилось. По треку норм, ну типа. Ну, вы все под сомнением, как я слышу, да? Ну, я 6 поставлю, хотя, ну, на самом деле, чел, ну, постарался. Не, вроде так заебись, заселили, но что-то это, блядь, я нихуя как-то, ну, нет. Не знаю. Давай ставьте оценки. Бля, как будто, знаешь, брат, мы как будто начали с двух охуенных работ, и после них тяжело остальных смотреть. Не, ну, те работы реально ебанутые были. Пиво убило вообще все, блядь, мою оценку. Я теперь не могу, блядь, оценивать нормально. Дружка пива. Не, ну давайте на чистоту, как бы, после пивасика, блядь, пиво, уже как бы все работы второсортными, кажется. Да, да. Ну, в любом случае, надо доделать, пацаны. 5. Банка пива, кружка пива, кега пива, сколько? Мне все мало. У, блядь, давай 8. Банка пива, банка кружка пива, кега пива. Кега пива, мне все мне мало. Все мало. Запускаю? Да. Погнали. Попробуй. Давайте в двух словах, нахуй, про конкурс на фит, пацаны. Трек может быть максимально хуйный. Славу на эмблин, одна шкуна и буна фит. Я зарашил твою темку, он уже кричит. Не замечу этих флеймов, я их выболит. Твоя спутница теперь, это я закрыли. Сегодня пойду барбер, нужно сменить чем просто фейма. Хугайтер или косичка, я не играю за лейма. Хочу работать типа хайк, но только с помощью брейна. Я выиграл конкурс и теперь малышки спрашивают, где я. Запускаю стрим, иду нам это место. Ничего троллит, но я занесу, это мой дестин. Я выключаю стрим, стою прямо на пристани. Попал в эту игру на лайк, без теста.
мы в тупой поле. Это Минск? Я сейчас за ролью. Малыш, довольна. А я тем более. Мы не на то. Интересно. Но ты запомнишь. Ты сможешь. Но уже поздно. Егор Крид, спасибо за... Брат. Я всегда говорю, знаешь, что нет ничего зашкварного, чтобы взять, так сказать, пенсил друга в рот. То есть, поэтому ничего такого нет. Если ты пригубил у товарища, это ничего не значит. Еще заряжен, дайте мне этот летай на пчелу. Раз запомнил эти правила, будто пишу жизнь. Да я люблю это дерьмо, будто и мать держим. Братишка поднял большой вес, сука, не лезь на жизнь. Она показывает, если Давай, давай, делай, блядь, делай! Блядь! 10 нахуй! Почему не повернулось? А зачем он попросил раздеться? Ебать. Макс, ты тоже не перебарщивай. Да я люблю. Семерочку. Не, ну до этого момента, до этого момента прям хуйней было. Сейчас десятку уверен. Сука, если бы повернулось, я бы 10 поставил, нахуй, отвечаю. А так бы 9 пока только? Пока только, да. С половиной, блядь. Ебать, клипчик. Ох ты. Это что? Блядь, такой... Нихуя тут мувик, походу, сейчас будет. Чел СВК ебашит. Оценочки. Похуй, это этот. Смотри, Ванёк сегодня улетел за такую. Оценочки? Да, может, только хотел сказать, может, не это, же не ВХ. 8. Это хуйня. Это не ВХ, это команда, блядь. Вот эта хуйня. На какой, на PlayStation? Да, это AirDrow Mod. Это AirDrow Buzzer Models. Вот эта хуйня какая-то, или как это называется, команда. Да, именно она, блядь. Лампохуй. Давай. Ну чё, я прошлому ставлю... Я семерку ставлю. 5? Я 8 ставлю. Я семерку ставлю. Я 7. Макс? Я 8. Все, погнали. Это бы хатал, боём! Так это надо работать, Air Draw Other Models! Ты... Ты чё доказывать будешь? Это стрим с Натьем в деле. Лучше победи. Это мид с Натьем в деле. Я же говорил. Это стрим с Натьем в тебе. Лучше не смотри. Бля, какая-то камера очень плавная, пиздец. Не то, что у тебя в клипах. Я же знал, что ты пропустишь мимо парашют. Загляни в мой портфель, увидишь, что там пусть. Но со мной богатый парень, его имя Бустер. Каждый мы с тобой летали по ночам в Дубае. Нарушали все, что только можно нарушать. Но теперь я стример, я все это осуждаю. Лучше полетим на Бали вместе отдыхать. Какая-то помесь. Мистер Бист, реально. Мистер Бист, блядь. Марк пишет. Марк, это ты, брат, реально. Да, на тебя похоже. 20 килограмм назад. Прикольно. Нет, ну охуенно. Вон там Ник Мерк сидит. Бля, почему они так резко все кончаются уже? Три подряд, блядь. Почему они так резко все кончают, нахуй? Да. Типа свой парт записывают и все, нахуй. Ну, прикольненько ну, было. Ну да, свой парт так и все. Продакшн хороший, плюс тречок неплохой. Клип кайфовый, блядь, тречок мне неплохой, но... Я не знаю, 9 ставлю. 8. 7. Тоже 8 поставлю. Диман? 8. Все, погнали. Хорош. Давай. Сейчас, кстати, Ридановец будет. Кто будет? Ого. Ридановец? Красава. Ебать, уже стилёк чувствуется. Тяжёлый случай. Давай, хуесос. Бирай, ебать, блядь. Деньги, срабатывай на руки. Тут живёшь. Завтра утро, план. Батла не побед, если ты спишь. Я ночами ебаши, палю стрим. Билет банка приколов, нахуй. Ну
Такая хуйня, я сам не знаю дату релиза, как будто. Бля, мне тяжело такой стиль музыки оценить. Это что, это поп-панк был или что это? Это пошлая моли была. Ну это поп-панк, по сути же, да? Одно и то же. Я семёрку, брат, ставлю. Хуй за это, брат. Ну такое прям жесткое ЗХЦ, ебать, знаешь, я прям, ну, жестко прям атакийски гулился, нахуй. Бля, сори, нахуй, извините, гастрит реально, блядь. Я пятерку поставлю. Я шестерку. Попкорн, блядь. Я пять ставлю. Попкорн. Димон, слава. Я семь ставлю. Сейчас, кстати, будет Рейнвотер, взрофл. Вот это? Спойлери нам, подожди. Спасибо за спойлер. Давай, спасибо. Спасибо за спойлер, спасибо за бампер. Лучше бы сел голос давил, ебать, хуй, а не вот спойлерил. Давай, я запускаю. Нет, ну ты сволочь, нахуй, Тёма. Давай. Бустероид. Это рыбий жир, если чё. Опа. Почему в тебе так много дырок, малышка? Я не пойму, ты что ли, ёбаный сэр? Чувствую это дерьмо хорошо. Похоже, что я высрала трусы. Скинул несколько крыл. Узнал об этом, когда вечером стал на весы. В эпате выиграл на предках икса. Я до сих пор ещё не нашёл. Я не сказал, сука, но beginning to feel like a rapper. Вот часик лап звучит, как где-то заставка. Прости, малышечка, вы фигура. Вот это охуенно. Да, охуенно. Ты что, типа, с планеты Кура? Андрит рассказал мне о скаме, теперь у меня всегда полный карман. Да ты не знаешь, куда может пригодиться опыт Дмитрия Алекса на зоне. Я не про казино, но хочу 192-го словить за нос. Сейчас GPT пишет фанфики с грейдом и бустером, их продаю на Озоне. Скоро я напишу книжку, как стал самым богатым типа Вавилоне. Больше, чем пауков, бустер боится, что его могут найти грибники. Эта сучка горячая, из-за нее уже тает линейки. Фиксфак держится на кайках ржавыми болтами. Давай с тобой поболтаем. Давай еще типа болтаем. Скрывал свой талант, надеюсь, его никогда не найду. Быстро набираю массу, боюсь, что меня потянет ко дну. Бля, прикольно вообще. Сердце холодное, оно как будто во льду. Ага, мы на луну. Быстро набираю массу, боюсь, что меня потянет ко дну. Я обязательно стрельну, и сейчас не про контроль. Бля, ну я не знаю, я прикольно. Прикольно. 10. Я 10 ставлю. Девяточку, девяточку поставлю. Хорошо. Ты что ли, я вон и сэр, это дерьмо хорошо. Бля, я 10 ставлю, мне понравилось. 9. Вообще пиздец, кайфанул нахуй. Охуенный. Охуенно, охуенно работа вообще. Бля, у тебя столько в конце будет одинаковых оценок, ты охуеешь. Не, сразу решать, конечно. Не, брат, ну оценки, знаешь, типа, чтобы отсортировать топовые работы, в любом случае, надо сердечком выбирать, так сказать. Ну тоже верно. И так далее. Знаете, а ты хуй забьешь и ничего не будешь выбирать. Ну, тоже возможно. Нет! По итогу Тёма на фите будет, блять. По итогу Тёма просто выдавливать будет минуту голоса. Ребята, всем привет, ебать нахуй. Йо-йо-йо-йо-йо. Погнали? Гоу? В оффлайне. Ну чё ты пиздил, нахуй? Как звёзды сошлись, мы большая медведица. Коврик, кто светится, больше не светится. Больше как не светится. Let's go, bro. Коврик, кто светится, больше не светится. А Ункер? Сделал була прям на спот. Сделал хэджак из микро. Знаешь, я об этом задрот. Да, я работал так много, но даже не капает пот. Нахуй траву и так кол. Я в игре босс, а ты бот. Сука, ей нужен уход. Но нахуй мне эта забота, а кэш не принесет. Они открылись эротики. Про все твои пацаны ботики. Суки все мокнут только при виде нас. При виде. Они че будики? ВП еще твоя остановочка. Новые игроки на игнополище. Большие стримы, тут своя экономика. Ты высоко, но не выше полковника. Проси меня, что хочешь. Даже цифры мне все равно. Но когда буду в оффлайне, детка, жубери, бро. Я бью клавой по столу, бро, не подходи, оркестр. Какой ты гэнгста. Нахуй диванных экспертов. Если бы я был бабом дуревым, я бы заботил тебя в телеграме. Если бы я был из той, то раскрасил бы фильтрами твои ебана. Если бы я был твичом, то тебя бы не увидели даже в оффлайне. Короче, тебя бы не было тут вообще. Сделал була прям на спот. Сделал хэджак из микро. Знаешь, я об этом задрот. Да, я работал так много, но даже не капает пот. Нахуй траву и так гол. Я в игре босс, а ты бот. Сука, ей нужен уход. Но нахуй мне эта забота, а кэш не принесет. Алло, а мне эта забота кэш не принесет. Всем ку в чатике. Ваше мнение, пацаны? Я уважаемые жюри. Блин, тоже панчи есть, клип есть, блядь. Ну панчи есть, клип есть, но что-то не то.
Что-то не то. Что-то не то, да, типа. Ну, как я сказал, типа, не, не хуйная работа, типа, и клип есть, реально, и текст есть, блядь. Странно, если не было бы в треке. Вот. Но, блядь, хуй знает. Что-то не то. Короче, как будто не выделяется, знаешь, очень много таких однотипных работ, на самом деле, очень много, вот как будто в одном каком-то флоу, стиле, блядь, все делают. Ну да, то есть я надеюсь, никто не обижается, но в этом, в принципе, смысл конкурса, мы же не можем всем, блядь, вылезать. Это объективное, типа, мнение, да, парни, без обид. Объективно говорим, как есть, там, что не нравится, что нравится. Если кто-то обижается, в целом, похуй еще. Поэтому смысл. Чтоб не обидно было. Ну да, да, ну, блядь, наше дело сказать, а это уже сами решайте, обижаться, не обижаться. Никто же не обижается в чате. Да всем похуй. Я не обижаюсь. Люди даже что работу отправляли, они даже не смотрят, тебя еще нахуй им поебать. Они уже забыли, что отправили. Че, запускаю? Стримы не OnlyFans. Не OnlyFans. Что оценки? Оценка 8. Оценки поставили уже, бро. 7. Мы все обиделись. Ребята, не обижайтесь. Блять. You touch me there. Параллельно вселенной. Тут есть футгерство в августе ринга. Тут люди включают меня. На вечеринках, на вечеринках. Забивно тебя кадет. Набрал маски биротлет. В моем сердце давно до турнира по фортне. Смотрю в небо скайзор. Фордус большой, это сайзор. Я хочу знать про тебя, блядь. Гаяза Бразерс пишет. Выдохни. Сделал у тебя мерч. Зацени мамку, зацени мост. Или когда буду богатый, слава богу, на лицо это облако. Захочу вам роли, это облако. Миллион лаверов. Сотримы не OnlyFans. Почему я только ба-ба-ба-ба-ба. Бля, спасибо, Гэзо Бразер, что залетели на конкурс. Пацаны, очень приятно, бля, что нашли время. Почему я только ба-ба-ба-ба-ба-ба. Бля, ну это прикольнуло, я хуй знает. Диман конкурент малиновой лади. Ну восьмерочку поставлю, забавненько. Забавненько, забавненько, ебать. Нихуя ты такой строгий прямо, забавненько, забавненько. Слава, следующий сразу не включает. Почему? Что там, рифмобес? Не-не-не. Давайте оценки. 7 за то, что... Ну, не как все сделали, молодцы, прикольно. 8. В другом стиле. Ага. Макс, Слава. Ну, давай восьмерку, да, поставлю, мне тоже прикольнулся. Я, не знаю, 6. Все, теперь сразу включаю без паузы. Ага. Так. Что там, блядь? Красава, красава. Это заявка, это заявка, это рекрасно. Это заявка без рофлы. Не, ребят, ну вы думали, у меня модер, блядь, серьезный человек, стендап-комик, так сказать. Какой? Стендап-комик. Комик. Вот. Запускаю? Давай, да. Ну, он еще и раз шуткой разъебал, говорит, типа в коме, короче. Хорош, Тёмчик, блин, ну ты даешь нахрен. Ебать ты муравьед нахуй. Слав, включай. Слав, включай. Давай, включай, Слав. Давай. Слава, конечно, мразь нахуй. Согласен. Чтобы записать со мной фит. Прекрати. Ладно, прекращай. Бля. Реально скриптонит. Блять, типа думаю, шутить не шути так. Меня разбил на атомы. Бустеры блам, вроде хиканы. Огрызаюсь, мои зубы острые. Как катаны. Что поделать, мы пацаны. Яйца висят, не ношу трусы. Девки нас любят, мы катаны. Катаны, ебать, что слово старое такое везет. Медиа бабочки склад, мы сейчас топ поделить. На всем твиче мы сейчас топ. А это медиа бабочки какой-то склад? Супер мой криптонит. Поможет криптонит. Хотел снять ему клип, сейчас мы пишем фит.
больный контентом, но у нас ничего не болит. Взлетаем быстро, как болит. Медиа бабочки, ебать. Дубай, далеко, как болит. Квадратная студия, я старался квадрать. Бустер снял фильм, и он будет скакать. Аня любит холодный Опа. Чай. Это Анна. Атомы. Меня разбил на атомы. Бустеры, бламру, не хиканы. Огрызаюсь, мои зубы острые. Как атаны. Что тут поделать, мои пацаны? Яйца висят, не ношу трусы. Девки нас любят, мои катаны. Мяу. Диман, ты катан. Катан. Мяу. Ботинки стиль. Так, пацаны, узбагойтесь. Опа. Узбагойтесь. Пацаны, узбагойтесь, бля. Узбагойтесь, бля. Ебаче, узбагойтесь. Сука. Ну, восьмерочку поставлю. Так, восьмерочку, дальше там Диман. Диман семерочку уебал, Марк. Семерочку. Я семерочку тоже уебал. Я семерочку. Восьмерочку поставлю. Блять, мне ниже семи уже не опускается, нахуй. Тогда восьмерочку. Вокамоле, узбагойтесь. Алло, Марк. Да, да, брат, что? Рейд от Зубарева. Спасибо большое, Сань. Сколько? 6. Спасибо, за рейд, здорово. Спасибо, спасибо, Сань. Азим за рейд. Сань, Тёма, можешь Саню за рейд поблагодарить? Спасибо, рейд. Санечка, спасибо большое за рейд. Ебать, ты нахуй так голос на него сильно давишь. Стоп, подожди. Тёма, напряги голос сейчас тогда. Вот я напряг. Можешь поприветствовать всех тех, кто от Сани пришел, чтобы, ну, какое-то понимание было, что у нас взрослые мужики сидят, а не школьники, ебать. Взрослые мужики, ребяшки, то здесь нету, давайте. Подписались быстро. А что меняется в твоем голосе, когда ты его напрягаешь и нет? Ничего вообще. Он более глухой становится. Бля. Сейчас запускаем? Давай, все, поехали. Если он глухой, как мы его слышим. Вот, видишь, подписки полетели, я ждал. О, спасибо большое. Только а что рейд, походу, пришел. Спасибо большое за рейд. Поприветствуй, поприветствуй, брат, слышь? О, это сода? Да-да-да. Нет, блядь, газировка нах. Хорош. Спасибо, родной. Бля, ну пизда, у меня что-то с монитором, понял? Я по столу бью, у меня нахуй все отъезжает. Чел пишет в чате, бля, как я сюда попал? Смотрел фильм, бля. Это он тебя увидел просто, Диман, на экране. А Зубарев прям кинул рейд или это просто у него стрим упал? Я не знаю. Кинул, пришел, пришел. А, спасибо большое за рейд, брат. Все, запускай. Погнали. Давай. Я слушаю по шинажу. Смотри, Бузер запустил конкурс треков. Мы участвуем? Погнали. Это Дипен, смотри. Алло, алло, йоу, Саня, снайпер 1-2-3 здесь. Ага, и Святослав, винтовка. Мы заряжены. Молодой, богатый, улетает в Эмираты, генерал Гавс. Полковник Бустеренко, number one, отвечал он папа. Подрубил один раз, залутал твою зарплату. Поднялся быстро, юзанул пилую карту. Слишком много кэша, не хватает банкомата. General Bustirenko, load the clip, extend the hand with I'm in a bender. They do a call me, I'm feeling like a bandit. Feel like a bandit. Put up motherfucking hands up on my climate. Feel like a leader. Do the young motherfucking thing that meets my habit. Ты получил бочину, эй, как будто офми. Чё ты там базарил, бля, ебало, офни? Не пишусь на серьёзке, ведь я только рофлю. Я в горле этой суки, будто я тирафлю. Пау-пау, и ты слышишь, как биток упал? Пау-пау, слава пули я ими стрелял. Эй, со мной слабосерка зелёный, как капуста. Я расту, пиздец, я... Сука, ты чё такой грустный, пау? Я только фристайлю, нахуй мне текста. Микрофон со мной, он как моя сестра. Я работал много и устал, пизда. Я вечно сонный, как мне открыть глаза. Молодой, богатый, улетает в Эмираты. Больше за эффекты его нужно. Полковник Бустеренко, number one, отвечал он папа. Подрубил один раз, залутал твою зарплату. Поднялся быстро, юзанул пилую кату. Слишком много кэша, не хватает банкомата. Чё, пишет, охуеть, они летают. Бля, ну это видно, что серьезные пацаны. Снимают клип, блядь, будущего, нахуй. Видно, что они от птиц произошли, что они летать умеют. Брат, тут столько стиля, пиздец. Клипы будущего просто, блядь. Бля, меня знаешь, что разъебало, где чел на английском хуярит? Ребят. Вот это. Feel like a bandit.
put my fucking hands up, I'm a grabby. Feel like leader, do the yard, motherfucking day, там is my heavy. Ты получил бочину, эй, как будто off me. Я 10 ставлю. Я 10 ставлю. Охуенно. Вообще молодцы, пацаны, реально. Вообще охуенно. Красавцы, пацаны, я в ахуе с того, что в конце еще летать научились. Ебать, вы прям для клипа реально запарились, это вообще пиздец. Это прям, ну, респектабельное дерьмо. Я десятки не ставлю, чат. Вот ты что ты ставишь? Это правда. Не, нормально. Вчера у него только так десятки вылетали, да. Не, у него вчера не было ни одной десятки. Чего? Было? Только рофель. Не, было. А Диман еще и настроение плохое. Что-то с Юлечкой, да? Не, у меня горло болит. Что-то с Юлечкой, блядь? Да не, горло болит. Предложение сделай ей. В чат, какая разница, девятка — это моя максималка все равно. Юля в чате сейчас или нет? Не-не-не. Предложение сделай. Бля, для меня это сейчас лидирующий. Я после вчерашнего дня нахуй ходить. Вообще стримит твич посещать. Реально, блядь. Чат, так девятка, блядь, это самая высокая, у челов сейчас самая высокая оценка из всех. Сука, Дима, 10. Если нравится, Дима, ставь 10. Ставь 10. 9. Ставь 10. Что, запускаешь? Не давите, жюри, не давите. Понял, извините, блядь. Если любишь Юлю, ставь 10. Сука, занижать себя. Ой-ой-ой, Марк, опасный прием. О, вот эта 36 мафия пошла. Чуни, бэйби, на квартал. Я заказал и забрал. Я сделал деп, и она спросила, я в чуни уай. Хэли, самбэй, не мешай. Мы сейчас снимем тут бабла. Лишь мои идеи, о мой май. Я сделал кэш, ты втыкай. Дай мне фору, дай мне фору. Из камеля старого сделали горы. Дай мне фору, дай мне фору. Сегодня на баре соснут все топы. Ебать буду, 163-й раздают. Из камеля старого сделали горы. Дай мне фору. Гай, я жестко жгу, let it go. Я файлю тишину, я сделал слайд на хуёк. Бля, ебать, бить ебанутый, пиздец. Дай мне тейк показать. Я могу жестко ебать. Мне 21, feel like savage. Yo, зацени этот дэмэдж. Yo, я вхожу в режим savage. И это все просто челлендж. И это все просто челлендж. Yo, с нами полковник свэга. Yo, с нами полковник свэга. Yo, дропаем это смело. Yo. Блять, пиздец, хороший биточек. Пишут. Это слезит мать. Пишет, я долбоеб, или в клипе было 4 чела, но 3 парта, блять. Я проебал кого-то. 4 парта, 4 чела было. 4 парта, 4. Бля, охуенная работа, десяточка нахуй. Пиздец, охуенная. Бит фишный, откуда этот бит? Это 36 мафия. Похуй, пускай спижены, какая разница-то, блядь. Там тут много битов же не своих есть. Так, сейчас, пацаны, работа рифма без. Ой-ой-ой, делай. Ой-ой-ой-ой-ой. Я 10 ставлю, мне очень понравилось. Мне 10 понравилось. 9. Я 10 ставлю. Жестко кайфанул вообще. Чуть-чуть даже кончил. Самую малость. 9. Чуть-чуть кончил. Самую малость приспустил. Алло, старость. Да, я же сказал 9. Он тебя замутил нахуй. Алло, старость, говорит. Алло, старость, ебать, он тебя, слышь, голос надоел жестко. Диман, ты это схаваешь вообще? Ну ты настолько, блядь, мягкотелый лох. Уже схавал, получается. Короче, Тём, нельзя было ставить эту работу и просто друг за другом. Сейчас рифмобесу приехал, все десятки уебут. Блядь, там сейчас джерсик будет, да, какой-то еще. Ну чё, погнали? Запускаю? Давай. У любого че... Вот почему на фейсите обычные рандомные типы настолько хотят выиграть на первом ебаном тайминге? Почему они вот всегда? Снова на стриме запустил КС. Делаю опен, малыш, это бей. Может, не видел березок в Дубае, но я видел чудо, когда выпал кейс. Делаю минус два, даже каленый. Говори, шутичок, будто бы райс. Да я потею, но я не соленый. Под изоленой бывал один раз. Снова на виде я руку раздал. Попочка на длине минуты пола. Мои закладчики плентят на А. Я не удам, мне сервера мало. Это выход, вынул меня респект. Залетел в балкон и застол в окне. Доловай, беген, чекай, дэнс, келень. Будто бы пиздец сделали диджей. Там ты не брали по характеристике. Сегодня палят на наши статистики. А ведь на тикете нам облемистики. Разъебу сердце милахи, как пистики. Пусть я пошутят с ней про длину волоса. Я заберу с ним ветром даже с помоса. Конкурса эко, все опы упали. Как будто нам баем, колбежат куда нас. Бобер, выдыхай.
Да я в порядке, но в порядке хаоса. Покал недолгая, как Симпл Маузер. К салюта муж халифа, да мной яуза. Делим по братке со Славиком браузер. Мои коты не читали про гауза. Но тебе хватит сауса. Я на контре, делаю эйс. Падает кэш, покупаю ножи. Рашид на Б, мой жесткий секс. В этом прицеле проносится жизнь. Ты на контре, делаешь эйс. Падает кэш, покупаешь ножи. С бустером здесь, флажечка есть. Хотя и так вечно белый мой джинс. Давай! Ой, да боё! Бля, я на самом деле по КС-ке ебануто соскучился. Чё там? Не успел прочитать? Вообще прекрасно владеешь. Владеешь. Отключить трансляцию. Ладно, всё, всем пока, чат, надо показать. Ну, нормально, блядь, я восьмёрочку поставлю. Бля. Мне понравилось 9. Мне тоже понравилось, но, ну, честно, прошлая работа мне больше понравилась. 8. Бля, просто вот вот. Его так этого, типа, я не знаю, просто это его так нахваливали, ну... Не, ну он хороший, он скиллово, типа, 100%. У меня ожиданий больше было, но он хороший, он хороший. Не, он хороший, это, ну, это явно не лох, типа, то есть, ну... Да хватит подсасывать, блядь, что ты пиздец. Хорошо, это лох, да, не бей меня, чел, извини, я реально лишнего пизданул, извини. И, ну и что у меня есть чел, который давит голос, ты, я как бы тоже не боюсь, ну-ка, Тём, скажи им что-нибудь. Ты просто резко начинаешь со своим настоящим разговором. Тёма тоже обосрался, сейчас хуй, давай, попросите. Запищал просто. Ребят, блядь, я тебя не знаю. Тём, да не бойся, ты все нормально, ебать. Девятку ставлю. Тём, и Тём, я 8 ставлю. Бля, Тём, на самом деле все свои, блядь, даже сейчас не стримлю, ты можешь просто своим голосом сказать. Стой, там клип в чате, настоящий голос Black Swan. Давай посмотрим. Ну-ка. Настоящий голос Black Swan распространите. Давай посмотрим. Там запретки грязные. Суждаю. Я могу таким голосом разговаривать? Но... Понятно, это очень долго. Кавайная няшка, блядь. Ну, не очень долго. У тебя тут очень напряженный голос. Бизон ты ебаный. Потому что у меня там пресеты на микро стоят, у меня в УБС другой голос. Фейкер ебаный. Пресеты, блядь. Бля, брат, говори своим голосом, ты школьник, блядь, и выключи свой снэпчат, нахуй, который пиздак тебе изменяет на старческий, блядь. Брат, мы все знаем, что 10 лет, блядь. Не дави, короче. Осуждаем, тихо-тихо. 10 было 8 лет назад. Так, лучше? Понятно дело. Сейчас 2. 18? Нет, еще 18. Блин, да что за хуйня? Почему я ногой докасаюсь за стола, и у меня все мониторы отключаются? Я запускаю? Да. Давай-давай. Запускай. Точнее, я запускаю, ребят. Сеткетик. Что-то Алексей сильное лирическое. Я уйду на безлишний стол. Отвечая слова пусты. Осудила меня, но за то. Нихуя. Теперь на душе так пусто. Несите кальян, блять. Да, бля, кальян. Кальянчик забейте тяжело. Макс, забивай, я сейчас приду. Бля, охуенно почему. Бля, кальянчик надо забить, захотелось, да, правда? На белом-белом покрывали. Бля, какая душевная хуйня. Да, да, да. Бля, ебал, да, охуенно. Мияги разлогите. Мияги фитбустер. Идя слава бустер. Звучит охуенно, пиздец.
Быстрее. Пиздатик. Да, это прикольный стилёк. Ты понимаешь, что он это на помойке снимал, блядь, справа вход в подъезд. Программа бомбы, ебать, хэлхат, нахуй. Бля, я 10 ставлю, я 10 ставлю. Меня разъебало, я что-то пиздец кайфанул вообще. Ебать, охуенно. Мелшер, хочу быть стримером. Убишь, что Эвелон... Ты осудила меня. 8-8. Можно предысторию? Кто такой Мелшер? Что-то знакомое очень. Друг пятерки, который постоянно в стриме садик пишет, где Мелшер. Все, понял. Запускай? То-то. Понял. Почему скип сразу? Давайте послушаем, еще минутку хотя бы потерпим. Почему сразу скип? Что он такого сделал? Ну что, Слай? Сегодня ты не соло, сегодня мы дуо. Я не тебе не вывести соло, но нам не помешает ни братишки, ни зола. Буду идти к своей цели вперед, и слава ко мне непременно придет. Запускаю стримы каждый день, люблю контент. Завозить не лень, новый стрим, новая ступень. Я поднимусь на этот небоскреб однажды и покажу большой член, большие яйца. Нормально я его трахал или то у меня? Чего писали скип? Вроде прикольный парень. Меня песня с треком заставила улыбнуться, такая добрая. Ну, меня тоже, да, прикольно. Пился, почему чел под ником Макаревич пишет Килзору Кик? Вроде прикольная песня, блядь. Не знаю, чувак, а мне вопрос. Строго, слышишь, а разве можно? Вроде песня разъеб 2 нахуй ставлю, лоху ебану. Да шутка, не, мне реально понравилось, прикольно, я 10-ку ставлю. О, Томск, чего, бля? Я 8. Я 7. Я 7 поставлю тоже. Ебать, это, кстати, что? Диман, ты сколько? Вам не кажется, что надо банку пива послушать сейчас? Банку пива, кружку. Чуть-чуть разгрузиться? Пиво, мне все мало. А что было? 20 работ вы послушали. 20 работ, брат. Да, нормально идем, уверен. Нет, так это скорость, мы ебанутые набрали. А во сколько сеанс, брат? В 12. Да что, ночной. Нихуя ты выдал. Диман. Да. Да. Я 8 поставлю. Нихуя себе ты ставишь жестко, блядь. Стартуем. Давай, ебашим. Готовы, пацаны? Всем привет, давай. Сейчас закончена наша работа. Здорово, Рады. Я, Андрей Айра, Мура, Артур, сделали классный трек, сделали классный хит. Спасибо всем. Ебать, даже хит, смотри, даже хит, как уверенно. Артуру за продакшн, так сказать, у него бы ничего не было. Ну и просто я считаю, что получилось очень круто. Без лишних слов, слушайте. Погнали. Поехали. Давай, бро. Ииу, суета, бля! Какой знакомый бит. Рваные джинсы, блядь, да, уже. Ну что ты уже okay, старый. Приведи тебя, делаю акцию на попе. В моей голове заиграли опи-опи. Ты меня заводишь, как того, что я в опер. Я не поменяю ружье, Мерседес на опи. Ты так просто сдашь себя, брошь все номером. Влезу, куда захочу, это моя опера. Главное желание, представляй себя на ровере. Она до сих пор наизусть знает мой номер, эй. Hey, let's go. Выхожу на мид, открываюсь с моменталкой. Но с таким скиллом любой фраг это загадка. Пикую еще раз, это очень легкий завтрак. Снова вырубает, почему же так лагает? Парочка смертей, Леонтьев или Заяц. Брат мой, как и мне, тебе любви так не хватает. Может быть начать сначала все с Диларой? С кем? Я ничего не знаю. Я все выкупаю, это маска. Листы наблюдают, как с ними повязки. Вроде это бустер, но не ниндзя-черепашки. Но к тому же сильнее две рукопашки. Очень давно понял, что все темы не в бумажках. Жизнь это игра в очень дорогие шашки. Двигаюсь с тобой на равных, это авиаторы. Мы с тобой так похожи, нейромедиаторы. Этот вид красив, здесь Вячеслав с Андрюшей Айра. Без отцовские движения, оба в сердце ранены. Стоп, окей. Знаю, ты кайфуешь с пары сырных угощений. А я фуфл шмерц, у меня сыроварение. Брат мой, цени, пробуй мое вдохновение. Делаю, что должен, хочу дать все своей семье. Я из тех, кто ищет только свет полночить меда. Забираю шанс, ведь уверен, что легенда. Без сомнений, отмазок, жди меня, победа. Эй, работа без глютена. Прогони ее, как твое тело, кровь по венам. Собираюсь кровью, чтобы знать наши стени. От меня тебе купидон передают стрелы. Принимай подарочек, увидимся в телеге. А пока что поглядим, как это все на деле. Эй, эй, эй.
А пока что поглядим, как это все надели. Эти строчки ни одного чела не задели. Улетая в космос, на дорожку посидели. Эй, скафандры надели? Ух ты, нихуя. Нихуя, он серьезно чел, блядь, как он так скользит? А как это он так? Бля, ебать бит, охуенно. Прикольно. Что скажете? Прикольно. Я девятку поставлю, мне понравилось. Да плохо вообще. Во-первых, сразу акцентик делаю, это, в общем-то, виноградный сок, ни в коем случае не алкоголь. Это общага или СИЗО? Потому что на данный их посадили просто после клипа. Правой, правда, алкоголь запрещен, и мы себе это не позволяем. Это просто виноградный сок. И вон там тоже, да? На столе тоже. Конечно же. А вот это просто жидкий хлеб, конечно. Да, вот жидкий хлеб реально. Ебать, это знаешь, как съемка каких-нибудь рок-групп в 90-х годах. Группа Алиса, там кино, там они после концерта. Абсолютно не поддерживаем любые алкогольные опьянения, любые состояния. Не поддерживаем любые алкогольные опьянения. Психическое, вот это все, вот это вот нейромедиаторы, как я сказал. Ну, то есть, ну, понимаете, мы таким... Транквилизаторы. Ну, то есть, да, мы такими вещами и занимаемся. Нахуй надо транквилизаторы, да? Без алкоголя, нахуй. Все, в общем, без алкоголя. Это бэкстейдж. Виноградный сок. За без алкоголя. За без алкоголя. Без алкоголя. Без алкоголя. Без алкоголя, пацаны. Без буллетов. Без алкоголя. Осуждаю. Ну что, досматривай бэкстейджик. Приколись там еще 20 минут, ебать. И мы так не сидим, смотрим, типа, думаю, мало ли ничего песни будет. Ну я 8 поставлю, но на самом деле крутая работа. 8. Я ставлю 9. Я 9 ставил. Я 9 ставлю. 8. Кто-то Ронто Токио в пачку взял, пишет. Все, запускай. Сайк. Go. Можно ли насытиться жить? Знаешь, вот ты вот, ты, тебе 80, да, и ты говоришь, блядь, вот я все уже сделал. И ты уже не думаешь о том, что, типа, ебать, время быстрее, ты думаешь, блядь, все. Я прожил пиздатую жизнь. С тобой бегу, сколько камни падал, эта жизнь как будто конкурс моей славы. Не жалею, знаю, то не надо, вот ты и пошел, чтобы выполнить планы. Да, в облаках, снова пролетаю, но вступает мечтам, с тобой снова там, как только она забрала. Телефон, детка, прыгай, позволь сказать два слова. Мы по трек полный бак, нажимаем газ пол, и мы гоним застой. Парень, постой, ночью светит фонари, а ты чё такой злой? Нам с ним попы на сон, топ-топы домой. Сколько можно говорить, пацанишка, дедолой. И мы гоним застой, ночью светит фонари, а ты чё было бы охуенно, если после клипа сейчас прям обнова в доте вышла, блядь. И это гей показывается на самом деле был. Он просто всегда ходил в костюме, типа мужика. Ладно, если хуёвая шутка, извиняюсь. И чё думаете? Семёрочку поставлю. Шестёрочка, меня вообще не зацепило. Ну да, тоже не зацепило, если честно. Но чел нормальный, естественно. Дай бог ему здоровья, процветания, добрый, прям жаль добряка даже. Пятёрка. Семь. Нахуй ты этого чела шестёркой назвал? А, пятёрка? Пятёрка, бля. Диман, повтори еще раз и слава. Бля, ты такой шайтан ебаный. Почему? За что, блять? Брат, я просто живу эту жизнь ебаную, пойми правильно меня. Кайфово нахуй. Это видео может казаться неприемлемым для некоторых пользователей, похуй вообще. Давай, не пизди. 2 дня антидепрессанты не попей, блять. Опа. Посмотрим нахуй. О, спасибо, что напомнил. Какая жизнь кайфовая. Сейчас пойду табло, ебу секунду. Най. Тебе реально надо? Брат, он на них живет уже. Пошел, сейчас вернется. А говорят, что от них кайфы ебнутые ловят, да? Тогда ты посмотри, он веселый, блядь. Он без них как мы будем, блядь. Если не хуже. Это смотрите, это реклама этого. Ой, точнее, реклама. Брат, а какие... Напиши, какие ты пьешь, не говори лучше на стриме. Не реклама, а клип Костяна плохого парня. Видишь, таблетка Pfizer. Нахуй ты пропагандируешь? Так в смысле? Ну это же не запрещено ничего. Ладно, еще. Долбоёб, ты понимаешь, есть люди, которые без рецепта будут ни так в коем же случае, нахуй, без рецепта нельзя. Файзера на мне, кто тут хочет. Ни в коем случае, блядь. Вначале к врачу сходить, чтобы он вам выписал рецепт, потому что, ну, без рецепта... А, ну её нельзя купить без рецепта. Файзер — это компания. Так, я записал. Я уже купил. За что вам? Надо попробовать. Да не, просто, пацаны, нахуй таблетки, только с разрешения врача надо пить. Ну, естественно, у меня-то рецепт. Да я шучу, она не так работает, как вы думаете. Я не поэтому такой жизнерадостный.
Бля, он только выпил ее. Сейчас будет еще ближайший. Сейчас ебанет. Вот только ее запах почувствовал, блядь. Успокойтесь, успокоимся. Успокоимся чуть-чуть, успокоимся. Мы-то спокойны, Слав, это тебе надо успокоиться. Если что, я... Тут включаю, у меня наушники. Да боже, блядь, ёба на рот. Слышно меня? Да. Да ёб твой рот, блядь. Слушай, такой кол хуйни, я рот ебал. Сейчас сгорю, нахуй. Слава богу, таблетку выпил, сука, ёбаная. А, Слав, упал стрим. Да я понимаю, это пиздец. Это какой-то пиздец. Не упал, не упал, он просто лагает. Упал стрим, всё. Слушай, блядь, упал, блядь. О, блядь. О, блядь. Сайк. Оценку какую-то. Ну я не знаю, у меня монитор не работает. Я могу. Чувствуешь, что Тёма давит, как будто, да? Мы еще не посмотрели, какую оценку. Предыдущему он не сказал оценку. Тёма, блядь, давит, да что за хуйня, сука? Он сказал, ты не записал. Ебаный монитор, блядь, говна, включись нахуй. Меня слышно? Сайк. Алло. Сайк. Алло, да. Ебать, что это? Уёбище, ебаное, ты можешь. Ты можешь работать. Кто он стрим ложит, блядь? Какого хуя у меня от монитора стрим падает? Алло, блядь. Алло! У меня монитор сломался, как досмотреть, блядь? У меня нет монитора, нахуй. Что за хуйня, блядь? Блядь, что ты с ним сделал, нахуй? Сайк. Может, он работает и просто таблетку въебал из-за этого? Уебище! Брат, а может, тебя обставило конкретно, вроде... Есть такая вероятность вообще, нет? Бля, у тебя Моник после таблетки именно выключился, блядь. Уебище, что за хуйня, мужики, бля, ничего не вижу. Слав, стой, не двигайся. Тебе нужно развести руки, улыбнуться и сказать... Проверка на инсульт. Улыбнуться и сказать свое... Меня зовут Слава. Меня зовут Слава! Проверка на инсульт! Меня зовут Слава! Ой, бля, хорошо так. Блядь, почему не работает, сука? Провода я уже вытащил, 10 раз вставил. Как глаза... А, реально работает все нормально. Да шутка. Нет, ну подожди, что за хуйня-то, ебаный рот. Битрейт прыгает, конечно. Диман, это тебе так надо сделать. Не, мне не надо. Диман, лучше не делай так. Он больше не работает, я не знаю, что за хуйня. Ты уволил Black Swan'а за что? А попробуй этот провод, слышишь, ставить. А кто у меня лагает, блядь? А, Макса задудосили, все понятно. Макс, понятно. Ладно, похуй, так. Я буду со второго Моника смотреть. Все, поехали? У нас жюри тут нет, блядь. Одного. Ой. Куда ты нахуй поехал? Жюри! Кнопку вкл нажми, я уже сделал. Я не знаю, его все просто парализовал нахуй, все. Да похуй, ничего. А, включаю, хорошо. Чел пишет, тел лаунчер пират, блядь. Полковник Бустеренко, рядовой Гибло по вашему приказу прибыл. Разрешите доложить. Ты. Осуждаю! Полковник Бустеренко, большой яйца. К сожалению, жизнь имеет свойство кончаться. I don't understand. Не знаю правила, печать, а ебану запретку. Да мне как фен. Осуждаю, блядь. Мастера Славика, кто ж мои бабки, математика. Ну, я шестерочку, наверное, поставлю. Я тоже шестерочку не ему. Понял немножечко работу. Тут 4. Опа, это что у нас? Блять! Стой! А что у нас несется уже, брат? У меня монитор не работает, я на рандом тыкаю! Слава! Альбом включил на стриме! Стой, нормально. Альбом поиграет, который еще не вышел. Нормально. Мне ебать неудобно, я сейчас через один монитор, у меня второй не работает нихуя. Он типа здесь отображается, а здесь не работает. Что за кека, Слава, оценки? 5 он сказал. Что за кека, блять, вообще здесь нет, нахуй. Макс 5 он крикнул. Ага, все. Слава. Что, Слава? Предыдущему оценку. Ну, семерка, я не знаю, брат. Даже не помню, что там за работа была. Не, я помню. Да, ты какой, да. Ты уебан, блядь. Кто я, блядь? Чел уже в кино одной. Стой, ногой проверяй. Слав, хоть одно слово с трека просто скажи, блядь. Чувачок. Бустер там было слово. Бустер, бро. Сосни, чувачок, нахуй. Давай нюхни, бэ, бро. Бустер, соси, Игорь.
Чудовлю я голосом, заебали. Бро, хорош давить этот ёбаный. Сука, кентавр ёбаный, блядь. Че, запускаю? Да. Давай, полетели, родные, нахуй. Взлетаем, ебать, пам, нахуй. У нас 100, блядь, на экране. Слава, заебись, спасибо, трек, ёбаный. На экране у нас хорошо прям. Клипочек только так несётся в путь. О чём, сука, речь, скажите, чертилы ебаные. А речь о том, что у нас не захватывается в Дискорде. Нас не видно. Данное мероприятие. У нас на экране Big Baby Tape, блядь, у нас на экране вон справа. У меня не работает монитор, блядь. Почему черно-белая фотка Макса и Юли справа? Я не знаю. Непонятно тоже вопрос. Как мне теперь выключить хоть что-то, блядь? Кто-то из них умер, но Макс тут. У меня нет, блядь, монитора, нахуй. Да, и Марк. Макс не тут как будто. У меня нет монитора, я не знаю, что делать, блядь. Уёбище, ты уёбищный. Ой, ты еще говно зашло. О, Жар, ты только зашел, блядь, сразу тебе прилетело. Бля, вы почувствовали, что Слава таблетку въебал, пиздец, хуйня какая-то началась? Сейчас. Скотин. Ебаная. Бля, я помню тебя, Славка, ты под капельницей въебаный приехал. Слава, у тебя Моник до сих пор не работает еще? Нет, я сижу без Моника, не знаю, что делать. У тебя какой-то хуй на экран вылез, нахуй. Какой? Правда, у тебя хуй на стриме оффлайн. Что за хуйня? Ну что за хуйня, блядь, с этим блядским Моником, нахуй? Бля, я завязал себе два пальца, а как развязать? А, все, у меня, слышишь? Иван! Смотри. У меня отъебнул еще левый. Развязать? Завязал два пальца, у меня еще левый монитор отъебнул, нахуй. Он теперь моргает просто. Пиздец, Слав, что ты сделал-то, блядь? Слав, ты что делаешь, блядь? Да. Да, у тебя там линза моргает. Закройте глаза все, блядь. У меня что, нахуй, от электричества отрубает дубайского, блядь? Бля, я сначала 25-й кадр стал, нам втюхивает. А как мне, блядь, смотреть? Я не могу без монитора, нахуй. Брат, у тебя по ощущениям материнка будто сдохла. Слышь, мать мою, не трогай, выблядок. Да, хуёв, ты тоже не борщи, блядь. Долбоёб. Ну и что это за пиздец? Все по пизде пошли. Смотри, оно шалит, бро, пиздец. Ты, меня, да, все, меня всего отключает от интернета, мы, блядь, пространство нахуй. Алло. А, мне все, два ой, погибли. Ты в Дискорде начал подлагивать. Алло, 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 алло. Пизда, ебать, у тебя робовойс, бро. Алло, алло, алло. Ты просто робо... О, алло. Потеряли ебать, нахуй. Ебать, у меня все моргает, смотри, слышь, у меня какой-то троян, походу, запрыгнул в меня. Ебать, а что это за хуйня? А у тебя справа экрана что-то... Алло, 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 ебать, меня взламывают, кажись. Алло! Жми на трансляции, ну спрячь ты, господи, какой экран! Какой хуй? О, блядь, смотри! Какой? Ебать, это, блядь, это негативно настроенный взломщик, блядь! Ты справа, он выявил меня. This... А, это ты выявил меня. Пишешь, что видюха отходит, а куда она отходит? Куда она отходит? Слаб, дай подождем, пусть вернется сейчас. Сыс? Блядь, что за хуйня? Видюха отошла, ждем. И что мне делать, пацаны? Ну ждем, что, блядь? А я не знаю, у меня все, у меня ничего не работает, у меня левый монитор моргает. Видюха с матерью отошла, ждем, блядь. Это хорошо было сейчас. Пацаны, помогите в принятии решений, что делать? Ну, типа, у меня левый монитор моргает, ТГ, что ТГ? Да все в кино пиздуй уже, блядь. Не, нет, кино через полтора часа. Завтра давай оценим, пиздуй в кино, нормально. Да не, ну это хуйня ебаная. Лафик за что, блядь, хуесос ебучий. Да, брат, ну не работает у тебя видюха отошла. Куда она отошла, нахуй? Да хуй знает. Смотри, на балконе, может, вышла. А что, как это возможно? Блядь, уёбище! Слав, запускай и рейл, и до магазина, нахуй. Опа. Бля, у чела точно таблетка въебала, смотри. Таблетка подействовала, нахуй. Да, что за хуйня, мужики, это пиздец. Он уже забыл, что он стримит, просто сейчас хуй достанет. Слав, сколько пальцев показывай? Слав, сколько пальцев? Два. Чего? Два. Сука, ебать, я крепыш, я того рот ебал, нахуй. Есть такая тема, да, бля, сколько пальцев? Один. Пять пальцев, вообще-то, если что. А, реально, пять, значит? Мне почему-то один показалось. Блядь, что за хуйня? Офф с позором, ебана. Да как офф-то, блядь, ну пиздец. Чё делать, блядь? Сука. Ах ты уебище, блядь! Уебан, блядь! Ебаный, блядь, попробуй, гандон. Попробуй просто штекер вставить. Уже 10 раз так делал, брат. В этом весь прикол. Меня почему зависало? Я когда вытаскивал штекер... Что-то отъебнуло, я не понимаю, что монитор или что? Слав, там растение сзади тебя что-то пиздит про стрим. Алло, есть я в интернете есть? Алло. Сейчас лучше стало, подожди. Алло. Вот сейчас заебись. Алло, есть в интернете или нет? Алло. Есть. Алло. А, у меня все, у меня курсор с ума зашел. Алло. Алло, сейчас на связи есть? Курсор с ума зашел, типа. Алло.
Алло, ебать, алло, нихуя ты здоровый, чувачок, это, а, это я, блядь, ебаный рот, нихуя себе, сука, амбал ебучий, блядь, ебать, белковая, блядь, субстанция, нахуй, это пиздец, просто а такой ёба. Алло, он что-то вообще не слышно теперь. Марка, куда это раскручивается, чипс? Алло. Там надо бывает делать. Алло. Алло, блядь. Да, типа въебало конкретно. Блядь, пацаны, что за хуйня? Какой хуй монитор отъебнул, блядь? Блядь, надо тоже такую хуйню взять. Жесткая хуйня. Юля, это в соседней комнате смотрит, она вахтает вообще. Юля, Дима, очень давно хотел тебе сказать. Какой нахуй антидепрессант? Блять, да, антидепрессанты это. Брат, тебя въебало жестко сейчас. Не в этом, просто я, блядь, меня в тильте нахуй. Как, если это тильт, тогда что, у тебя не тильт? Бля. О, Дэнди соберем, который тебе подарили. Какой нахуй Дэнди, блядь? Давай Сегу. Бля, здоровый, крепкий пенис. Да иди ты нахуй отсюда вообще, слышишь, таракан, блядь. Барсук ебаный, блядь. Агрессия — это побочки. Побочки! Блядь, ну сука, ну что за хуйня? Ну как, ну что, блядь, так... Да, ты можешь из мониторов провода все вытащить и заново подключить, и все. Ну давай, хорошо. Сейчас сделаю. Бля, ебать, ты мне посоветовал. Сейчас точно стрим упадет нахуй. Сейчас. Надо было в другой слот воткнуть. Слава, попробуй из розетки вытащить, компа включить. Сейчас. Вот, смотри, вот он, блядь, провод блядского ебаного питания уебищного. Вставляй его в этот, смотри, вставляй его в старый монитор, который отключился. Оп, смотри, оп. Смотри, оп. Схуяли у меня сейчас вебку офтовус нахуй, я что, блядь, вебку вставляю? Смотри. Алло. 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 О. Забытый для всех. Забытый для всех. Все, слили в пизду. Все это помогает. Охуенно. Забытый для всех человек. Все. Невероятная борьба человека и тех. Ну и что это за хуйня? Сука. Ты ч... Человека и таблетки. Сука, блядь. Блядский рот, нахуй. Слава, на чем сидишь? Можешь посоветовать? По очереди. Сука, лысый упал, это тоже старый, блядь, полег нахуй. Ай! Блядь, батя уебал, нахуй. Голуну уберите. Ты чё, блядь? Ты про это, что ли? Бро, такую хуй уберешь, блядь. Скиллс, можно то видео включу, которое я по фрике кидал? Что там делал? Снимать скиллс надо. Нет, ты что, еблан? Да без звука. Кружочек? Пацаны, да, а что мне делать-то? У меня теперь в интернете нет, нахуй. Ладно, не буду. Пацаны, у меня, блядь, монитора нет, что делать? Алло. Я не знаю, если честно, у меня нет вообще вариантов никаких. Я могу тебе свой отправить, конечно, но пока дойдет, блядь. Как будто хуйня какая-то. Сейчас, секунду. Чё? Вот он, кумир молодёжи. 2 секунды. Еще 1 секунду. Сука. Прямо сейчас полсекундочки. С позором. Бля, что делать-то, когда такая ситуация происходит? Да хуй знает. У меня такого не было, я с таким не сталкивался просто. Смотри, как меня нейросеть охуенно нарисовала. Ча. Вы хотите, чтобы я завтра, как всегда, показал вам, ну, свое мастерство, блядь, общение с женщинами, блядь, или что? Ну я могу тебе. Ты лучше решишь, что курсом чё делать, блядь. Слава, что за женщины будут, хотел уточнить? Ну, как в прошлый раз. Ну, типа... Может, новых попробуем? Попробуем? Ты тоже хочешь? Ну, вы можете попробовать, мне на прошлый тоже нормально. Смотри, Диман, блядь, ты напробуешься. На... Ну все, завтра тогда хуйнем 8 вечера, Ярельчик. А что бы вы хотели видеть? Что бы мы что поделали? Расскажи людям, которые ждут, что с конкурсом будет. Да, я говорю, мы просмотрим работы и выложим результаты в Телеграм в течение года.
Очень похожая история на Твистер. На Твистер, Диман, это не похоже, блядь. Не, реально, что, что бы вы хотели? Ну, закиньте деньги. Марк, знаешь, какую надо? Либо я сам придумал. Марк, нихуя меня смазала, блядь. Я тебе сейчас скину. Вот это что за хуятина? Аттракцион? Какой секс, блядь? Что же вы глупости говорите, нахуй? Марк.